Всем привет, друзья, с вами Дженнифер, канал Charvel Channel. Мы с вами продолжаем Get Even, он оказывается. Да. Жизнь несправедлива, и вообще все плохо. Так, я не помню, на чем мы остановились, я писала две серии подряд, поэтому... Бада. Ну, что, сейчас будем вспоминать, что там у нас. Я помню, там была классная пушка, которая гнулась во все стороны. Ух! Ай, волосы. Да, это, кстати, она. О, зачетненько. Где я? Так, стоп. Давай вот это херотень мне. Ой, что такое? Хорошо. Мне сказали, игра сказала, что если я буду хулиган... Так, секунду. Мне очень отсвечивает, надо навеску закрыть. И все. А пипец отсвечивает. Все, идем. Че у тебя телефон? А, вот сюда. А что мне надо? Подождите. Подожди. Цель. Украсть прототип и стереть данные. Можешь... Пошел в жопу, короче. Не это. Да нет же. Нет. Хрен с тобой, золотой рынок. А, вот здесь что-то... Это... Мужчина. Вот здесь что-то... Какая-то... Хрень мне подсвечиваются вот эти голубые шарики. Чуть такое интересно. Неважно. Подожди. Да блин. Unknown movement detected. Moving in to investigate. Relax, Mr. Black. This is an investigation. Trying to break the simulation or destroying everything will not help you. Я же его просто вырубила. Что, сдох от этого? Слабак. Хорошо, я не поняла, что вот это за херотень. А вот эти вот кругляшочки. Вообще, что от меня хотят? Ладно, идем. Тихо, ты не дури экран. Экран! Окей, он внизу остался, да? Так, это лифт. Сральник. Ты чё, дурак? Верни. Как открыть-то? Не знаю, нахера по туалетам лазю. Обычно в них что-то валяется. Кроме говна, естественно. Воу. А цель у меня вообще указана где-нибудь? Ладно. Важно. Просто идем. А, это вот эти телеки, что ли, обозначены. Ну и хер мне толку от них. Сигареты, еще какое-то говно. Ёб твою мать! Прости, чувак. Да что это со мной сейчас было? Уйди! Он первый пристал? Ох ты, бляха! Сучка. Не, ну я не хочу драться, пацаны. Мою карму какую-то влияет. Вау. Мужики, я не хотела, честно. Ах ты, сука, 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 где? Чё, ублюдок? А-а-а! Сволота какая, где? Сами, блин, напали. Мне это не нужно было.
Встреча будущему. Все, отстань. Ну, лифт мне не нужен, судя по тому, что он не нажимается. А, я здесь это... Понятно. Сквозные такие двери. Блин, куда идти-то? Да за... Трахал, зайди. А-а-а! Черт возьми, я же совсем забыла про... Нет, не против. Нет. Во! Да еб твою мать. Да! Ты можешь отцепить это от пистолета? Спасибо. Я поняла. Нахера только это? Нет, может я таким темпом смогу что-нибудь открыть, да? Что такое? Да затрахал ты своими цветами. Это, наверное, мне укрытие надо было делать. Бля. Ну ладно, насрать уже. Ну уже не важно, ну что ж теперь. Где еще где-то это? Это что? О, спасибо! Ну, пожалуйста. Короче, да, я зря этих мужиков валила. Ну чё, бывает. А цель вообще обозначена, куда мне идти-то, сучка? Не, лифт этому мудаку все-таки нужен. Пец. Лаборатория прямо над вами. Думаю, туда-то вам и нужно. Осторожно, вы можете встретить директора Роджера Говарда. Он лично руководил разработкой Корнергана. Он никогда не спит, сейчас уже поздно, он наверняка здесь. Ясно. Я в восторге. Чувак, у тебя, по-моему, неудача. Ха. Жизнь дерьмо. Хрен ли ты тут шаришься? Блин.
Хм. Они ни сюда не смотрят. Блин, музыка такая, ё-моё, ужасно нагнетающая. Сука. О! Привет! Твою мать, я застряла. Хорош! Бляха-муха. Сука. А чё, я круг, что ли, обошла, получается? Ну вот говно. Так, с этой бутылкой будет долбаться. No, don't you dare, don't you fucking dare! Oh, you're a thief, you're a fucking thief. Give me back my money. Иди. Видимо, на третий надо было. Но сам ткнул, в принципе. То есть то, что у вас лифты ездят сами по себе, вам похеру, да? Ну ладно. Я, в принципе, не против. Здоровье. Пум. Чё? Нет. Понятно. Понятно. Не пускают меня никуда, гады. Окей. Тут чё? Да? I don't remember the code to this door. Я не помню, куда. How do I get through? The memory of the code is still there. Куда же Explore your surroundings. The mind has funny ways of helping us recall. I don't understand. You don't need to, Mr. Black. You just need to look around. Серьезно? Может, сканер нужен какой-нибудь? Или... А! Не мои следы? А, нет. Как это мило. Хер послать. А... В смысле? А! Смотри. Значит, по порядку надо. Тут, наверное, первая цифра. 5...
9. О, что, краска? Лак. 5-9. Здесь 4. Ну, наверное, 4 цифр-то. Сюда нельзя? Сука. Я поняла. Игра, я поняла. Трехзначный код, серьезно? Давайте попробуем. 5-9-4. Ой, не-не-не, стой. Сука, нет, еще один нужен. 4. Блять. Ладно. А, все-таки 4 нужно. Окей. Встань, блин. Так. Где-то еще одна фотка должна быть. Ну, конечно. Семь. Больше нет, надеюсь. Семь, наверное, будет сначала. Да чтоб тебя. Блэк, у хера. Что с тобой? Семь. 5, 9, 4. Какого хера? Или что, как здесь, что ли? 7, 4, 9, 5. Сука. Какой порядок-то? 7, 9. Да. 4, 5. Понятно. Загадочки. Пошли. Карту возьми. Спасибо. Вот это что ли говно? Все. А, не все. За что ты отвечал? Неужели это все по твоей вине? Неужели это ты все начал, сука? Оказывается, они просто выиграли, уничтожили сервис, их данные устранились до существования Паноргана. Вы мастер своего дела, мистер Блэк. С этим не поспоришь. Роберт Рамзи щедро заплатил. А можно? Нельзя? Можно же, спасибо. Ой, у нее ногти, бой, боже мой, что такое. Дружище, ты подстриг бы хоть. Теперь что? Среда. Я мужик какой-то палит. Он меня спалил. Ладно, пошли. Я тебя вижу. Вот вы где. Я боюсь огорчить, надо сейчас следить за вами, кто только вошли в здание. Ваша работа впечатляет. Ну, это шоу пора закончить. У вас моя собственность. Успокойся. Я требую вернуть. Поймите меня. Ничего личного. Охрана. Чё? Не-не-не-не-не. Хорош.
видит, да? Ох, ёб твою мать, я его не заметил. А, хороший тепловизор, да, отличный, да. Вообще не засек никак, сука. Как так-то? Как так-то? Тихо-тихо-тихо. Бляха-муха, это что за пиздец? Начался. Сука, капец. Хер с ним, с своим сканером. Ах ты, блин. Пошел в жопу. Ублюдок. Воу-воу-воу, тихо. Где этот гандон в кустах? Тихо. Ой. Чё? Так, а... Вон, за цветами. Давай я вижу твою сраную голову. Высунь голову, сволочь. Ублюдок, ФП. Ну, конечно! Ну где твоя головешка поганая? Ха. Да чтоб тебя, Мудень. Куда ты, блядь, побежал, козёл горный? А-а-а, быстрей! Сука, ублюдок, а?
Хватит! Снизу бежит, что ли? Да она мать! Ой-ой-ой-ой! Отвали, 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 сука! Вижу, вижу, вижу его. Ублюдок, а? Иди сюда. Мое. Тоже мое. Ой, бляха, муха! Где он? Где, сука? Снизу, да? Вон он, да. Черт, сучка. Да выпустите меня! Блин, как спуститься-то, а? Черт. I'm pulling you out. But Howard, he escaped. There's nothing you can do about it now. I'm pulling you out. Неужели? Спасибо, гад. Стабилизирую ритм, начинаю заполнять системы инсулина. Вот так, мистер Блэк. Держите, я вас вытащу. I thought this was a simulation. А разве это не симуляция? Я был там. Я чувствовал боль. I could feel it. The pain. It felt real because your mind perceived. Она казалась реальной, потому что ее так воспринимал разум. Ранее не получено по дуре влияет на ваш мозг точно так же, как настоящий. Теперь не думайте, мистер Блэк. Очистите вас разум, пока я вас вывожу. Не думай нахер. Разве это так просто? В смысле, так сложно? Oh Christ. I feel like I'm gonna throw up. Не надо. A natural response. It will become easier the more we proceed. Подарок давай. If it helps, I have prepared a little gift for you. What are you talking about? Outside in the corridor. You see the lines of computer code. All the ones and zeros. Please approach and proceed. Not that again. Чего? Ой, кто это? Ха, страшная телка. Ты про это? А, ё-моё. Какого хера? Эй? Куда меня занесло? Теперь еще одно воспоминание? Not quite. Мистер Блэк, представь, что это картотека для собранных вами улик. Рано или поздно мы во всем разберемся. Любая информация, собранная Пандорой, будет доступна в этой комнате. Каждое воспоминание представлено отдельной доской. Попробуйте. Взгляните на пару досок и увидите, что будет. Any connections or links your mind may have made, even unconsciously, are recreated visually by the Pandora. I'm rather proud of this feature. You can study the investigation further, or return to the asylum when you're ready. Just use the photo in the middle of the room. Давай взглянем. Ясно. А вот здесь до хера. Пец-то баба. Это же она. Да.
капец. Хорошо. Бляха-муха. 80% здесь что-то не собрала, да? А, не-не-не, подожди, отстань. Не хочу! А здесь что? Здесь вроде все собрано. Что это за говно? On the morning of the 20th of June, just before 8 a.m., we received... Понятно. А... Я сюда не хочу возвращаться. Идите нахер. Ну хорошо, давай вернемся. Very good, Mr. Black. Очень хорошо, мистер Блэк. Ваша синаптическая связь становится прочнее. Комната, где вы только что были, поможет вам отсечь домыслы, сосредоточиться только на фактах. Фактах? Я знаю лишь то, что меня зовут Блэк, и что я, похоже, украл Корнерган. И вы мастерски с этим справились. Вы бесследно исчезли с протективом. И АДС не обор... Например, как выбраться отсюда? Вы здесь по своей воле, мистер Блэк. Если будете мысли так же ясно, как в тот день, когда обчистили АДС, то быстро покинете это место. А, живым? А, я думаю, мы сегодня закончим. Пока хватит нам наркомании. Да, подыхали мы, тупили, ну бывает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. А я с вами прощаюсь, всем пока.